Покупай ключи и аккаунты в магазине «Механика». Быстро, четко и с гарантией. Ссылочка в описании. Всем привет, ребята, с вами Механик. Сегодня у нас GTA 5, и сегодня мы будем проводить настоящий внедорожный тест. Будем отправляться вон туда, прямо на верхушку Чилида, по вот этой проложенной дороге. И по вашим просьбам я нашел машины, ну практически все. Хотя там были еще достаточно интересные варианты, но они будут в следующих выпусках. Итак, у нас есть патрол, Nissan Patrol, вот этот старенький офигенный патрол. Мне очень нравится, очень харизматичная тачка. Также у нас есть крузак. Я нашел сотку, но она какая-то корявая, поэтому пришлось поставить двухсотку. Так, ну Нива у нас есть тоже, Нива такая есть. Потом у нас Прада в 120-м кузове, тоже достаточно неплохо по внедорожью должен быть. У нас есть Гелик, естественно, со всеми блокировками. Есть Хаммер H2. Вот такой вот тоже здоровый. Если честно, я думал, что Хаммер больше, как бы больше, чем Гелик, но нет, как видите, он примерно такой же, только шире. Так, у нас есть эта тачка, она нам не подходит. У нас есть Dodge Ram, очень лифтованный, супер лифтованный. И у нас есть джип, как он, Виллис или как там его правильно? Вранглер. Вот. Как бы такие вот у нас машины есть, поэтому давайте, наверное, не будем терять время, не будем терять ни минуты. Прямо сейчас я, наверное, сяду на патрульчик, так как он мне реально нравится. Патрульчик, сафари какой-то. Так, ну что ж, попробуем подняться. У нас полноприводный Nissan Patrol. И попробуем на нем, собственно говоря, подняться сюда в горку. Так, ну пока, в принципе, никаких здесь особых проблем-то и нету. Немножечко подстаскивает, но это вообще мелочи, потому что он едет, и это самое главное. Привод полный на все колеса, и я думаю, что, ну, без проблем, в принципе, должен проходить эту трассу. Все-таки это Nissan Patrol, это легендарный внедорожный автомобиль. Даже сейчас они стоят достаточно дорого для своих годов. То есть там 90-х годов тачка, она стоит практически столько, сколько 2000-х, 2005-го там года, какие-нибудь другие внедорожники, типа одноклассников. Так, что-то здесь все меньше и меньше вот этих вот колес, которые ограничивают наше движение. Но в принципе, дорога примерно мне понятна, по крайней мере, сюда. Что будет дальше, посмотрим. Смотрите, очень много всяких, типа, свидетелей, которые стоят, смотрят. Свидетели, я сказал и вспомнил про тот мимас со свидетелем. Старый, кто помнит, то поставьте лайк. Так, ну вот уже здесь уже есть некие трудности, уже есть небольшие сложности. Но, в принципе, все равно достаточно легко проходит. Давай. Эй, туристы, а ну-ка уйдите. Ну что ты встала-то? Так, ладно. Тут можно чуть быстрее ехать, для того, чтобы быстренько все это проскочить, этот подъем. Так, тут камни, смотрите, камни лежат, надо быть реально осторожным. Вот здесь уже такое опасное место, то есть может реально стащить. Но, в принципе, патрол, как видите, вообще без проблем все это дело проходит. Красавчик просто, ну просто красавчик, прямо молодец. Текс. Вот, пошел. Так, куда выше-то? Ну, в принципе, я уже примерно даже сейчас представляю, куда мы едем. То есть, вот та верхушка впереди, скорее всего, туда. Тяжеловато ему ехать в гору. Ну, просто как-то именно вот напряженно он едет. Но, как видите, без каких-либо проблем он все равно едет. Так, узенько, надо быть осторожнее. Я уже думаю, что, возможно, Хаммер тут и не пройдет. Посмотрите, здесь действительно очень узко. Но патрол может проехать, черт возьми. Вот это красавчик. Здесь уже начался подъем еще сильнее. Прямо совсем в горку началось. И, блин, он остановился просто. Не хватило мощи, представляете? Так. Ну-ка, остановись, он шлифует вперед, и просто не хватает мощности. Блин, он сейчас упадет у меня. Фак. Вот это да, вот это дерьмо. Но надо отметить, что он остался цел.
Это неплохо. Так. Стоп, попробую сейчас здесь я выбраться. Ну, очень серьезный, кстати, подъем. Серьезный очень подъем, наверное, поэтому он не смог как бы его преодолеть. Давайте второй шанс ему, потому что он вроде как не перевернулся. Такс. Такс, такс, такс. Короче, здесь надо прямо сходу не тормозить. Блин, я слетел. Офигеть. Не удается подняться на эту гору, вы представляете? Так, ну что, еще разик попробуем на нем. Но надо отдать должное, он реально не переворачивается. То есть он такой стабильный очень. Так, погнали, 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 погнали. Ну же, давай, патруль. Все верят в тебя, давай, дизелечек. Тяни, дизелек. Ну, здесь все. Здесь он встал просто. Блин. Неужели он не сможет пройти? Представляете, сколько мы проехали? Офигеть. Я улетел. Да. Это жестко было. Действительно, what the fuck какой-то происходит. Так, ну что? Я тогда думаю, надо нам попробовать какую-то другую машину, раз у нас патрол не смог. Погнали тогда, мы его сейчас телепортнем на место. Так, вот они у нас стоят, машины. Короче, патрол мы оставляем. Патрол, к сожалению, не смог. Следующий идет у нас двухсотка. Так, двухсоточка. Двухсотка или что-то другое. Ну давайте, давайте прям по порядку пойдем. Патрол, двухсотка. Так, погнали. О! Вообще уверенно. Уверенно, блин, идет. Нашлифовывает колесами прямо, смотрите, всеми четырьмя шлифует. Но она тяжелая, походу. Блин, да хорош орать. Че они орут все? А что случилось? Почему? А, там копы кого-то застрелили, и они начали орать. Такое ощущение, что они за мной бегут, смотрите. Странно, короче. Так, вот что я хотел сделать. Я хотел поставить... Маркерок поставить хотел, чтобы, если что, мне телепортироваться сюда, на местность обратно. Ну что, погнали? Погнали тестировать крузачок. Понятное дело, что там сотка или восьмидесятка было бы, конечно, предпочтительней. Блин, да что ж ты за сволочь такая? Прям под колесом я залезла. Слушайте. Вы понимаете, что происходит? Нифига себе, сотка вообще, в плане двухсотка вообще не может сюда забраться. Так, ну-ка, сейчас развернусь. Давай, 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 пошел, пошел. Короче, именно вот так в натяг она не едет. Почему-то начинает шлифовать, видимо, масса. Действительно большая, тачка тяжелая. Но ходом идет очень уверенно. Ходом идет очень уверенно. Я думаю, что после тестов вот таких вот подъемных, триальных, у нас еще есть болото, мы будем тестировать их по болоту, как они едут. Но это уже будет в следующих сериях, ребят. Если вам нравятся вот такие вот внедорожные тесты, если вам вообще нравятся, ну, какие-то новые интересные тесты в GTA 5, тогда обязательно ставьте лайк. И не забудьте подписаться на канал. И после подписки, или когда вы уже подписались, обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видосики. А тем временем двухсотка медленно, но уверенно ползет вперед. Слушайте, ну прикольно, прикольно. Вон, или я здесь уже... Не-не-нет, все правильно, все правильно. Патрол здесь уже был. Такс, патрольчик здесь уже был. Наверное, будем пробовать по две машины за выпуск. Так, будут серии не очень короткие, и в то же время будет некий такой сравнительный анализ. Ну-ка, давай, 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 пошел, пошел, пошел. Давай, крузачок, мы верим в тебя. А представляете, здесь можно же эту поставить, ручную коробку, здесь есть мод на ручную коробку, запитать руль,
ручную коробку, короче, и сидеть так вот, мучиться прямо тут по этому триальному, по триальной трассе вот этой. Так, вот оно. Вот то место, которое не смог преодолеть патруль. Так. Немножечко разгона берем. И мне жопка, потому что... Блин, да что ж такое? Какое-то проклятое место. Бах, просто сейчас бампер оторвался там, 100%. Ну что, патрол у нас... Пробовал там 3 раза, что ли, я пробовал. Давайте тоже попробуем, как бы. Сейчас я попробую медленно это сделать. Не ходом, а реально медленно, вдруг это поможет. Да что ж ты будешь делать? Им очень, как бы, траекторию тяжело выбрать на самом деле. Так-с. Давай, 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 давай. Сейчас будем медленно, короче, чтобы я никуда не слетел. Хотя в тот раз все уже было практически хорошо. Но вот в последний момент что-то пошло не так. Давай, 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 ребята, давайте, давайте, поддержите луками. Поддержите вашими замечательными луками эту тачку. Есть! Ползет, ползет, ползи. Да, ну просто из-за движка. Реально тут движок зарешал. Просто из-за движка смогла 200-ка. Ползи, 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 пожалуйста. Ах! Стащила. Так, 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 тихо, 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 тихо. Сейчас вот сюда вернемся. Сейчас вот сюда вот мы вернемся. Ну и как бы все норм. Ну давай, пожалуйста, тащи, ну тащи. Есть. Есть. Так. А вот это вообще как проходить? Давай. Так. Блин, ну все, тут начинает опять скатываться. Ну-ка, я сейчас... Попробую вот в этот колесо, за него попробую зацепиться. Фух. А почему только с одной стороны это шлифует? Зад что-то вообще встал просто, смотрите. И что делать мне? Почему зад-то стоит? Ну, тащит очень сильно. Блин, я аж немножечко подзавис тут. Пытаюсь все это аккуратно как-то выехать отсюда. Ну нет, слушайте, ну не под силу. 200-ки не под силу, но она реально нагнула патруль. Просто жестко нагнула, потому что смогла проехать дальше. Тихо, тихо, тихо. Ладно, стоп, стоп. Я, в принципе, с трассы-то, ну, как бы не особо сошел, поэтому сейчас вот здесь развернемся. И еще разик. Еще разик этот серьезный подъем. Все равно именно, мне кажется, не то, что даже зацепа, а именно мотора не хватает машине. Блин, я объеду эту штуку, если смогу. Не, ну тут вообще просто висит, смотрите сами. Не попал на эти штуки, я думал, попадаю. Так, тихо, 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 тихо. Опять не едет она здесь. Короче, только ходом. Потому что так ее просто, как видите, просто несет. Ох ты ж, черт. Ну
Ну давай же, пожалуйста, двухсоточка. Ну что, давайте последнюю попытку ей дадим. Как бы да-да, нет-нет, вот и все. Ну, в любом случае, она проехала дальше патрола. Так что... Ну, давай. Попробуй вот сюда чуть-чуть. Лучше штрафные баллы получить, но смог. Ну смог же я заехать же сюда, ну то чё? Ну все, здесь уже никак мне. Нет, все. Я очень надеялся, что она здесь сможет проехать, но, как вы видите, нифига подобного. Просто нифига подобного. Ладно, ладно, ребят. Короче, получается, что двухсотка у нас проехала чуть дальше, чем патрол, но в целом очень далеко. Очень далеко еще до верха, я так понимаю, что там еще нужно будет подниматься еще выше. Эта машина не смогла, к сожалению, приблизиться туда. Так, ну что ж. На этом мы эту серию будем заканчивать. Ребят, если вам понравилось и вы ждете продолжения, тогда обязательно ставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал, ну и вы все знаете сами, что нужно делать. Давайте, всем пока!